Доброе утро! Вы наверняка уже слышали истории страшные о том, что некоторых наших соотечественников не выпускают за границу, потому что имеются за ними некоторые задолженности. Ситуацию сегодня прояснит наш гость Александр Молчанов. Александр, доброе утро! Доброе утро! Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Ну, есть ли какие-то цифры, хотя бы примерно, чтобы понимать, насколько страшная ситуация, может быть, все действительно гораздо лучше? Да, конечно, она цифры есть. За 9 месяцев 2012 года судебными приставами Пермского края ограничено в праве выезда порядка 5800 человек. Из этой цифры порядка 900 человек ограничены за злостные неплатежи алиментов. И благодаря применению данной меры, вот по алиментным платежам, мы вернули порядка 1 миллиона рублей. То есть, в принципе, немало. То есть, эти деньги как раз ушли на воспитание детей, на их одежду, питание и так далее. Ну, в общем, то есть, как на нужды, да. Да, на те нужды, которые есть. А какова схема? Человек уже узнает буквально в аэропорту, что он не может лететь. Он может там заплатить свои долги или ему нужно заранее об этом побеспокоиться? Нет, к сожалению, на месте невозможно будет оплатить свою задолженность и, соответственно, выехать за пределы Российской Федерации. Необходимо об этом позаботиться заранее. То есть, во-первых, для того, чтобы покинуть пределы Российской Федерации, необходимо полностью погасить свой долг. Затем, если на вас вынесено постановление об ограничении выезда, то снятие его займет порядка 2 недель, то есть тоже понадобится время. И для того, чтобы выехать, то есть лучше заранее ознакомиться. Ну, то есть хотя бы за месяц, наверное, да, вот так вот оптимально. Ну, конечно же, да. То есть пока вы сможете доехать до отдела судебных приставов, если есть задолженность, оплатить ее, ну, и, соответственно, уже потом пройдет время, с вас снимут ограничения, и вы уедете отдыхать. Какова процедура? Где человек может узнать, есть ли у него задолженность или нет? Может быть, она есть, а он живет себе припеваючи? Ну, во-первых, можно узнать на нашем официальном интернет-сайте www.r59.fssprus.ru, вкладка «Банк данных исполнительных производств». Достаточно только ввести свою фамилию, имя, отчество, и система уже покажет, есть ли у вас задолженность или нет. Если есть, вам необходимо будет обратиться в отдел судебных приставов по месту вашего проживания либо регистрации и оплатить имеющуюся задолженность. Также можно распечатать квитанцию прямо с сайта, то есть в этой же вкладке «Банк данных исполнительных производств», то есть нажимаете клавишу, система сформирует вам квитанцию, обращаетесь в любую сберегательную кассу и оплачиваете уже свою задолженность. Ну, то есть совсем не обязательно с 8 до 18 подойти и оплатить, да, если человек работает? Конечно же, да. То есть это довольно-таки удобно, то есть для тех жителей, кто очень занят на работе. Также, например, управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю становится все ближе к народу, то есть также осваивает новые технологии. У нас, например, сейчас есть прием граждан Пермского края по скайпу. То есть для того, чтобы гражданин обратился к нам, к руководству управления, ему необходимо только иметь компьютер, выход в интернет и камеру. Соответственно, он может позвонить руководителю управления, либо и его заместителю. Получить консультацию. Да, и узнать о своем исполнительном производстве, узнать о имеющихся задолженности, ну и так далее. То есть узнать всю необходимую для него информацию. А вы сказали, что алиментщики попадают вот в тот черный, практически список, получерный, да, людей, которые могут теоретически не выехать за границу. А кто еще может попасть? Под ограничение выезда за пределы Российской Федерации могут попасть, ну, в принципе, все категории злостных неплательщиков, то есть злостных должников. Как долги по жилищно-коммунальным услугам, как кредитные неплатежи, транспортный налог в том числе. Штрафы ГАИ, например, КИБДД? Ну, если очень крупные. Понятно. Да. Ну, я надеюсь, что мы прояснили ситуацию, и люди сейчас, по крайней мере, пермики начнут заранее планировать свой отдых и не попадать в неприятные ситуации. Спасибо, Александр, за то, что уделили нам время. Вам спасибо. А мы вернемся в студию после рекламы.